И на таком инструменте играли, ну, скажем так, лучшие мира сего в умные люди скоморохи при дворе. Но сейчас мы будем играть с вами совершенно другую музыку, тоже веселую, тоже яркую. Я приглашаю Александра Хатченко. И сыграем мы для вас уже действительно современную музыку, которую написал современный композитор Евгений Глебов. Это наш белорусский композитор. Он написал произведение, которое называется «Юмореск». Мы попробуем для вас поюморить.